И вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Ведьмак 3. Дикая охота. В прошлой серии мы остановились в этой таверне, или как ее называют, корчма, да, здесь. В селении под названием Белый сад. Что ты там сказал? Бабка моя рассказывала. Ведьмаки поганые? Козлина. Так, и в этом селении у нас есть несколько заданий. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришли. Так, почему за собой не выключают костер? Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Старая козья шкура. Забираем. Я предупредил. А, что это, я типа этот украл, что ли? Число слева от шкалы здоровья противника показывает уровень вашего врага. Если число красное, если рядом с ним появится значок черепа, ваш враг значительно сильнее вас. В таком случае имеет смысл отступить, чтобы раздобыть более подходящее снаряжение и набрать несколько уровней, затем продолжить бой. Ой. Подожди, ты этот. Отступить, значит, надо отступать. Значит, отступаем! Отступаем, люди! Валим! Смотри, они как бы этот, да... Все почему-то хотят меня грохнуть. А я думал, что шкура лежит и лежит, чё с ней? Давай, короче, вбега. Ой, там какие-то эти люди-звери. Ну ты плыть будешь? Нет? Как? Нажмите E, чтобы нырнуть, и B, чтобы вынырнуть. Ой, подожди, они под водой сейчас мне брюхо спорят. Слышь, пацаны? Зараза. Бег с поля боя. Хорошо. Я понял ваш намек. Да беги ты, Геральт! Ой, ё-моё, я, по-моему, еще и не сохранился ни хрена. Что-то, короче, Геральт ударился в бега. Давай похаваем, что ли. Фу. Может, оленя убьем, который в дереве застрял. Короче, надо все сожрать. Все, что у меня есть. Куриная ножка есть. Какие-то охотники. О, пацаны, не надо, не стреляйте. Ужас. Здесь никто меня не любит в этом мире. У меня всего лишь первый уровень, и мне как бы... Подожди, это телега не того самого парня? А, ну да, он ее, наверное, бросил. Так, найти Дуни Вильдерверта. Блин, у меня не так уж жизни много. Где моя жизнь, кстати? Они появляются, когда я... Ну, наверное... Так, а какой клинок из них серебряный, а какой обычный? Давайте на походу все будем собирать. Листья собачьей петрушки. Вкусно, наверное. Там было задание лихо у колодца, но рекомендуемый... Как позвать лошадь? Да не хочу я. Рекомендуемый уровень для выполнения этого задания был 2, а у меня всего лишь 1. Поэтому давайте найдем вот этого чувака, Дуни Вильдерверта. И мы получим какой-то бонус, наверное, к уровню. О, кролик.
Ну, в смысле, заяц. Одуванчик. Полевой. Лекарственный. Собачья петрушка еще одна. А лошадь, не знаю, реалистично ли здесь. Лошадь у нас осталась же в этом, в Белом саду. Если я позову ее, то значит, что она что, оттуда будет скакать? Или появится откуда ни возьмись? Тут откуда ни возьмись появилась лошадь. Так, и вот здесь где-то этот парень пропал. Собака по кличке Гусар. А, вот он же он. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Так это Бастин хорошо, пропал, я да, значит? Помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдем вместе. Так, встретиться с Дуней у поля боя. Может, я с тобой бы и пошел? Че ты? Куда бежал? Плод берберки. Возьмем. А, это та самая сожженная же деревня, точно. Женщина, вам не нужно утешение? А то сильный мужчина мог бы вам помочь в вашем горе. Так, а что здесь написано? Подожди, быстрый переход. Это пункт быстрого перехода. Понятно, не хочу. Лепестки черемицы. Что-то такое мы собирали. Да давайте пока собирать, потом все это продадим. Паутинник. Еще паутинник, да, видимо? Так, а вот смотри, что такое. А, это собака. Где этот хмырь сам? А, вон они, гули, ползают. Так, телекинетический удар оставим. Нам, видимо, надо с ними разобраться, да? Серебряный меч. Так, это одно из интересных мест, что ли. Чего, всполошились? Как-то их, знаете, многовато. Подожди, по-моему,
Надо сначала с ним встретиться. Эй, это же мы здесь были недавно. А, вот встреча с ним. А Гуля — это как бы отдельная, да, часть марлезонского балета. Может, попробуем разобраться с ними? Я прежде, конечно, сохранюсь. Гули, 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 гули. Смотри, они тоже не тупые. Отступают. Не-не-не, зачем ты нож спрятал, дурак, что ли? Или они убежали? А, нет, он не спрятал меч, я туплю просто. Да, блин. Хотел вот это сделать. Давайте, ребят, как-нибудь по одному, что ли. Твою мать, завалили. Так, давайте тогда нет, это не телекинетический удар. О, удар огнем лучше будем использовать, наверное. Сюда, скотина, скотина тупая. О, уже целая толпа там набежала. Короче, тут надо тактику: ударил, отступил, да? Вот как он сейчас со мной поступил. Так, минус один. Может, сразу с него соберем что-нибудь? Нет? Ну что, паскуда? Паскуда тварь. Погнали. Вот это некрасиво подкрадываться сзаду. Так, вроде два осталось. И оба здесь. Получил по башке.
Ну, одного-то мы и не боимся вовсе. Иди сюда, говно. Все, готово. Так, что здесь? Гнезда чудовища. Ну что ж ты гнездо... Уничтожить гнездо чудовища можно бомбами. Картечь или танцующая звезда. Чтобы взорвать гнездо, подойдите к нему и нажмите А. А у меня такого нету, наверное. Тьфу ты, мать моя, ну. Где же мне взять этих бомб? А сейчас знаете, что смешное будет, если вот этот парень, да, Дэнни, или как его там, Дуни, как раз скажет, что вот эти самые гули, которых я только что поубивал, их надо убить. И они опять распаунятся здесь. Вот это будет очень весело. Так, ни у кого из этих гулей яда не оказалось. Ладно. И вот всему виной, наверное, мое любопытство, да? Мне кажется, сюда придется вернуться. Хотя не факт. Ну давай, рассказывай. Хорошо, что ты пришел. Бастин, его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Выполняя некоторые задачи, вы будете знать только примерно расположение вашей цели. Отправляйтесь, ага, понятно. Но я же могу пользоваться этим. Своим собачьим чутьем. Рецепт альбедо. Прикольно. Ороны. Ороны — это местные деньги, да, наверное? Так, надо двигаться как-то системно, наверное. Столько трупов. Война только началась. Ну вот здесь, видимо, какой-то край лагеря. Вон там я вижу еще один сундук. Ремонтный набор оружейника ученика. Хорошо. И еще. А, это кроны. Тоже деньги, да, получается? Так, это не сундук, бочка. Вообще, по идее, нам как бы дальше, да? Так, что у тебя есть? Какой топор. Хорошо. Еще такой топор. Блин, хватит по трупам ходить. А, Геральт, просто повернись к нему, а. Прах. Те ребята, с которых можно что-то взять, подсвечиваются, значит... Или не обязательно. Но до этого просто добраться не могу. Ржавый новиградский меч. Ну, если что, продадим тому хмырю. Бутылка воды. О, хорошо. Так, а у меня... Здоровье не показывает, наверное, не та область, да? Что-то у меня, кстати, по вместимости. Книги и документы. Выберите фильтр, используемые вещи.
Чего? Не надо мне... Дай мне походить самому. У вас есть матч-эликсир, чтобы его использовать, его следует подготовить. Хорошо. Используйте лево-право, чтобы просматривать эликсиры. Угу. Я так и не понял. Что за эликсир? Ускоряет восстановление энергии. Так, ржавые мечи. Урон, конечно, ниже, чем у нашего. А вот это как я на лошадку-то могу применить? Краденая, блин, шкура, из-за которой за мной весь город гонялся. А, обычный предмет. Мусор. Старая козья шкура. Мусор написано. Твою мать, из-за кого-то мусора за мной гонялись. Ладно, я пока не знаю, что мне брать, что не брать особо. Поэтому будем брать все. Представляете, я принесу эти топоры и мечи ржавые к тому торговцу. Он скажет, что ты мне за мусор притащил? Иди отсюда вообще, шаромыга. Прах, наверное, нам нужен будет, как ведьмаку. Ни хрена себе, что с лошадью сделали. Бутылка воды. О, слиток стали, смотри, неплохо. Рубашка. Берем. Что там за звуки? Дерево качается с повешенными. Так, вот теперь можно ведьмачьим чутьем воспользоваться, чтобы найти щиты. С маленьким цветочком, говорит, который мы видим издалека. Конечно. Ой, топор, а что вот этих ребят я не осматривал? Так, тупых топоров, по-моему, скоро некуда будет пихать. Ох, гуль. Тихо, тихо. Еще живой, я падла. О, молодец, собачка. Собачка всех гулей перебила. Не то, что мы с этим лохом. Зуб чудовища. Что интересно, с одного гуля можно взять как там и яд, и кровь гуля, и зуб чудовища. Прикольно. О, нашел я щит. Ну что-то он к нему не это.
Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Так, а как мне поставить, скажем, в слот бутылку воды? Так, ищем дальше. Письмо погибшего чего? Чего кого? В принципе, я думаю, что для деревни будет не лишним, да, если я туда все топоры сдам. Вообще, как-то я из зоны вышел поиска. Почему вот эта лошадь подсвечивается? Непонятно. Да, реально этот щит не так уж просто найти, черт побери. Вот этот вот. Мы же вроде к нему подходили, он говорит, что это сосед Дейла. А, вот, смотри. Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Будем искать, как говорил Семен Семенович Горбунков. Почему-то маркер мне показывает куда-то сюда. А, вот еще щит. Но почему я не могу? О. Это он? Нет. Не похож. Как же ты задолбал, а? На кого похож? Ну, там что, не видно ни хрена. Ты переверни, может он. По-прежнему ничего. Можешь... Ну его нафиг, а? Тут я вроде все осмотрел. Причем здесь мы уже, получается, как бы и за область выходим. Вот, подожди, еще что-то красненькое. Вот это, наверное, он обгорел. Не лучшее сейчас время языком трепать. Да пошел ты в жопу. Кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я...
Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может это из-за огня? Да, это он, смотри. Он а, нет. Учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Да ладно. Чтобы воспользоваться. Ага, хорошо. Неужели живой? Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Это, я так понимаю, противники, да? Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин, он тебя взял в плен, этот Нильфгардец? Нет, он мне жизнь спас. Да, бывает такое. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло. Россон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Вот так вот. Если бы не этот черный, Бастин бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент... Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. Да хранят тебя боги. Так, задание выполнено, отлично. И получено очки опыта. Аж целых 25. Так, а у вас тут что? Алхимическая паста. Забираем. Да, бывает такое на поле боя, что противники помогают друг другу. Откровенные враги превращаются в закадычных друзей. Ну, ты меня не пугал, братик. Я уже придется положить тебя на подкорку с родителями. Да, но тут, конечно, битва была такая нехилая. Согласитесь. Только трупов. Нет, кстати, лошадь рядом сразу спавнится. Ты моя плотва. Тихо. Так, ушки. Предлагаю вернуться в деревню. Быстрый переход отсюда, да, нельзя. Подожди. Это работает не так. Надо подъехать к этому переходу, что ли, получается. А, давайте вот сейчас, как раз, когда лошадка у нас рядышком, зафигачим-ка ей. А, где это у нас было? Вот оно. Одели. О, так тоже, да, круто, смотри, он смотрится. Это в броне, а это без. Давай так без брони погоняем. Тем более, что, смотри, у этой рубахи сопротивление ударному урону и сопротивление рубящим ударам, урона чудовищ, сопротивление стихиям.
Прикольно. Так, а где наши топоры? Я не знаю, а вот 23 топора. Интересно, это удастся продать? Так, ну-ка, лошадка. Да, смотри. Шоры, что надо. Быстрый переход, скажем, до деревни, до моста плакальщицы. Да, можно. Надеюсь, там меня не разыскивают. Ну да, вроде все как поуспокоилось. Че? Заткнись. Mm-hmm. Я вижу лук вот в втопленный в дорогу. Но взять его не могу. Так, господин купец. Ты здесь днем и ночью работаешь? Дай-ка взглянуть. Как насчет того, чтобы купить у меня оружие? Много-много. А, смотри, только за 3 монеты он это все покупает. Ну ладно, забирай. С поля боя. Только что. Свеженькие. Так, вот это что такое? Факел. Ну, оставим. Так, объявление данное человеком, потерявшим брата. Вот это мы... прошли. Подожди, нет. Ай, зачем я продал? Я нечаянно. Дай сюда, мне назад. Назад уже за две продает шакал вонючий. Так... А здесь барахлишко продадим. Как-то можно это все варить, но я пока что не разобрался, поэтому продадим. Смотри, 20 монет сразу за 4 штуки дадут, да. За это 5. За 3 клыка зуб чудовища 15. Да. Так, слиток стали. За 1 монету всего лишь, да? Не знаю, пригодится ли он нам или нет. Давайте прежде продадим топоры. 46 монет. Правда, за 2 за топор. Ну, ничего. Мусор продадим. Прах какой-то. Предмет нельзя продать. Ладно. Старая козья шкура, которую мы украли, продадим ему. Скупщик краденого он получается у нас. Кровь гуля продадим. Это продадим, продадим, продадим. Алхимическая паста. Для масел и бомб нужно изготовление. Продадим. Слиток продадим. Так, спирт не продадим. Вороний глаз продадим. Плод продадим, продадим, продадим. Да. Да, это все оставим. Итог, у нас 271 монета. Теперь можно что-нибудь купить. Купить мы можем. Так, почему у тебя вода 41 монета? Офигеть, вот ты скупердяй-то, а? Тимерское седло, оседланная лошадь меньше устает. Вот это, наверное, мы и купим. Только у нас денег хватает, в принципе, да. Почти все истратим. Хорошо. Согласен. Береги себя. Ну, в рубашке мне Геральт тоже нравится. Неплохо так. Так, что мы можем сделать с седлом? Седло. 25 энергии. У нас, кстати, есть какое-то седло. 20 энергия. Хорошо, теперь мы это седло можем продать. Зачем нам 2 седла, правильно? Приветствую. Здорово. Я тебе седло хотел продать. Взглянуть. Почем возьмешь? За 14 монет. Вот ты, блин, барыга, а?
Забирай. Береги себя. Так, ну-ка посмотрим на лошадку. Ну так, брутальненько, да, теперь смотрится. Ладно, иди на место. Место, я сказал. И мы как-то путешествуем без нашего, да, спутника. Как его там звали, я уже и забыл. Ну, как бы там ни было, давайте на этом очередную серию закончим. Мы сегодня занимались добрым делом, нашли брата. Ну, не своего, а потерявшегося на войне брата. Лошадь, уйди, пожалуйста. Я тут вообще-то с подписчиками разговариваю, со зрителями. Как бы там ни было, на этом серию закончим. Чтобы не пропустить следующую, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем желаю всего доброго. Пока.